Ракмачев пузыре, анка эпидемиологические ситуации в Узбекистане. Мировые данные. Ежегодный мир раковым мочевым пузыре заболевает 614 тысяч человек. Мужчин заболевает 5 раз чаще, чем женщин. Общее мировое соотношение мужчин и женщин 5 на 1. Преобладает лица старше 60 лет. Средний возраст заболевающих мужчин 66 лет, а женщин 69 года. И заболеваемость и смертность отчетливо растут с возрастом. 2 на 3 случаев рак мочевого пузыря возникает у лиц старше 65 лет. Структура онкологических заболеваемости. Это мировые данные. На первом месте рак легкий, потом молочная железа, прямая кишки, простата, печень, щитовидная железа, шейка матки. На девятом месте рак мочевого пузыря. Ежегодно в мире выявляется 614 тысяч новых случаев рак мочевого пузыря. Структура смертности от онкологических заболеваний – это мировые данные. На первом месте рак легкий, потом прямая кишки, печень, молочная железа. На 14 месте – это рак мочевого пузыря. Ежегодно умирает 220 тысяч новых случаев рак мочевого пузыря. Численных населения Узбекистана 37 структур. Онкологические заболеваемости Республики Узбекистан. Это в первую очередь рак молочной железы, второй рак желудка, третий рак шейки матки, легких, опухоль головного мозга, рак кожи. А 18 очередь это рак мочевого пузыря. Первичные выявления больные. В 2023 году Республика Узбекистан выявлена 610 новых случаев рака мочевого пузыря. Больных состоятельны на диспансерном учете, он 10 лет общий. За последние 10 лет отмечается непрерывный рост числа пациентов, находящихся на диспансерном учете по поводу рака мочевого пузыря. Если в 2014 году состоял на учет 2013 пациента, только в 2023 году отмечался рост их числа на 790 человек. Это 98%. И составляет 2824 больных. Количество первично выявленных больных за последние 10 лет отмечается и рост числа первично выявленных пациентов по поводу рака мочевого пузыря. Если в 2014 году был выявлен 286 пациента, то в 2023 году отмечался резкий рост их числа на 113%. Это 13-24 человека. И составлял 610 больных. Доля активно выявленных больных в течение последних 5-6 лет отмечается постепенное увеличение доли активно выявленных больных за счет усиления профилактики онкологических заболеваний и раннего выявления путем повышения онкологической настороженности врач первичного звена и улучшения онкологического знания населения. Заболеваемость. Это последние 4 лет отмечается рост заболеваемости раком мочевого пузыря за счет улучшения диагностики. Выявление больных в ранних стадиях, первой и второй стадии. Последние 10 лет среди первых диагностированных больных раком мочевого пузыря доля ранних стадий постепенно растет. Например, в 2014 году 49% пациентов был выявлен на ранних первом-втором стадии. А в то время, как в 2023 году, этот показатель достигает 57,5%, увеличились на 8,5%. Выявление больных поздних стадий. В свою очередь наблюдается снижение доли рака мочевого пузыря на поздней третьей и четвертом стадии. 5-летняя выживаемость.
Показатель пятилетней выживаемости на последние 10 лет вирус на 5,8 за счет улучшения раннего выявления и оказания специализированной онкологической помощи Республики Узбекистан. Одногодичная летальность последние 10 лет остается стабильным в пределах 14-15%. Это заключение. Параллельно росту населения Республики Узбекистана отмечается непрерывный рост числа первичных выявлений больных и состоящих на учете диспансерного наблюдения и показатели заболеваемости рак мочевого пузыря. Это можно связывать с улучшением диагностики онкологии заболевания, внедрение высокотехнологических методов диагностики и лечения. В связи улучшение мероприятий, профилактика онкологических заболеваний и методов раннего выявления путем повышения онкологической настроенности врачей первичного звена и улучшения онкологических знаний населения. Отмечается постепенное увеличение доли активного выявления больных в республике. Кроме того, среди первых диагностированных больных доля ранних стадий рака мочевого пузыря постепенно растет, а поздние запущенные стадии уменьшаются. Самый основный показатель качества оказанной специализированной онкологической помощи – пятилетняя выживаемость. За последние 10 лет вырос на 5,8%, но одногодичная летальность пока остается стабильным в пределах 14-15%. Спасибо большое.